Эта тонкая тетрадка стоит многих толстых книг. Пионерка ленинградка потрясает твой дневник. Таня, Савичева Таня, ты в сердцах у нас жива. Затаив на миг дыхание, слышит мир твои слова. Правильно, 28 декабря 41 года. Бабушка умерла 25 января 1942 года в 3 часа дня. Ленинград в тисках блокады, у ворот бушует враг, рвутся бомбы и снаряды, дует стужа, давит мрак. От копчинки не согреться, ни крошки, ни глотка, и вывозит кровь из сердца по страничкам дневника. Лека умер 17 марта 1942 года, 5 часов утра.